убить его. Давай! Прикрываю! Вон! Он здесь! Не вопрос. Ты крутой, да? Он покорился! Заряжаю! Заряжаю! Я тебе последний. Это мне. Алло, ворота кто откроет? Это один из байкеров. Откройте. Так, где Такер и Элкай? На раскопках они. На каких, твою мать? На севере. Вон там. Кто тронет мой байк, пальцы буду ломать тебе персонально. Да понял, понял. В общих. Говорю тебе, куда ни глянь, везде сплошное поле лавы, на 25 футов вглубь. Нужны молотки отбойные. Вот только не надо мне тут лекции читать, я в курсе. Чёрта с два. Наши люди голодают, а даже были бы и сыты. С лопатами на это все равно ушли бы месяцы. Да мне наплевать! Да, мы голодаем, Эл. Но работу нужно закончить, даже если на это уйдет целый год. Других-то дел у нас все равно теперь нет. Стой. Это не все. Ну так давай поскорей, не задерживай меня. Упокоители. Сегодня. С утра большая группа шла через перевал. Вы ничего не сделали? Да мы... Сама знаешь, у нас мало людей. Они идут на север? Эл! Упокоители идут к нам, да или нет? Я не знаю. А этот может. Ну и что ты от меня хочешь, а? Что тебе надо? Хватит, Элкай. Знать это не его задача, это ты у нас знать должен. А что мне теперь, разорваться, что ли? Реши, либо я тут в земле ковыряюсь, либо иду в водище. И встаю на защиту. Иди на склад, проверь, что с боеприпасами. А на раскопки пойдет Уэйлер. На что уставился? Да так, жду, когда у тебя мозги отрастут. Стоять! Ты Леона нашел? Ну, хоть кто-то здесь умеет делать свое дело.
Поехали. Когда ты в последний раз приводил к нам новых людей? Таким людям, которые остались в Одище, вы здесь не обрадуетесь. Люди мрут от лихорадки. Эй, это меня не волнует. Ну-ка берись за работу. Тебе нужна наша еда? Тогда должно волновать. Я же сказал, работу у тебя мы берем, но жить под твоим началом не станем. А напомни-ка мне, а то память уже не та. Почему? Потому что в этом нет смысла. Ха, ну надо же, какой ты оптимист. Где Бухарь? Он сказал, поедет в лагерь Копленда. Хочет там купить рыбы. Вы что, с Копландом скорешились? Его лагерь ближе к вашему? Не ближе и не дальше. Слушай, я Бухарю не нянька. Он ездит куда хочет. Дышать нечем. Господи, он у вас что, днем и ночью горит? Дохлых фриков прибавляется с каждым днем, в том числе и твоими стараниями. Жжем днем и ночью, а что делать? Лейте больше бензина. Сгорают быстрее, меньше дыма. Нет на это бензина. Когда он весь кончится, на чем будет ездить твой байк? На слюнях и поте? Я не поняла, что тут происходит? Недостача. Со склада пропал провиант и патроны. Господи, кто был ночью в дозоре? Уиллер. Сегодня удвоите караул. Это начинает меня бесить. Хорошо. И в районе все спокойно. Я же говорю, тут как в тюрьме. Сборище ленивых лжецов, воров, насильников и убийц. Знаешь, почему так? Без понятия. Потому что мы такие и есть. Фрик-шоу. Выжили все самые мерзавцы, те, кто похлеще всяких фриков. Остальные надеются, что я буду кормить их, защищать, ухаживать за ними, пока они сидят на жопе и созерцают гибель мира. Эй, ты! Ну-ка, живо за работу! Не заставляй меня звать Сайруса! Ленивые подонки. Хотят валять дурака, пусть делают это ночью. День — мое время. Управлять лагерем — то же самое, что управлять тюрьмой. Ты уже говорила, но я забыл. Ты кем была? Начальником тюрьмы или типа того? Да ну куда мне? Я была всего лишь надзирателем в женском корпусе. А у тебя, судя по твоему виду, наверняка были проблемы с законом. В тюрьме срок не мотал? Закон нарушал, было дело, но в тюрьме я не сидел. Для тебя есть работа. Ларсон вчера ходил за припасами. Говорит, видел кого-то в Мэрион Форкс. Вроде бы какая-то молодая девчонка, но толком не разглядел. Он остановился там, поискал ее, но не нашел. Это точно? Ларсон этим занимается давно, как и ты. Уж он-то видит, кто человек, а кто фрик. Но ты по этой части спец. Разыщи ее, пока не нашли фрики. Я попробую. Слушай, Такер, сначала я хочу получить кредит из-за Леона. Будешь приводить мне живых людей, и я тебя завалю этими кредитами. Пойду найду Уиллера. Кому-то светит ночь в карцере. Элкай, что надо, Намат? Это что там было? М? Вы с Бухарем тут не натыкались на упокоителей? У меня тут в Iron Butte. Человек от упокоителей сбежал. Его пытали. Ну, это понятно. Но не просто так, а выясняли, не видел ли он двух байкеров, двоих. Слыхал ли он о таких хоть что-нибудь? Полно людей на двух колесах. Что? Я-то тут при чем? Ищут бешеных псов. Много намадов еще живут под своим флагом. Кроме вас двоих. Сдается мне, на вас открыли охоту. Вот и узнаешь, каково это. Показывал бы лучше товар, чем языком чесать попусту. Как скажешь, Дик.
работой. Эй, за работу. Еще что-нибудь? Да, ладно, я буду здесь. Осталось определиться, кому это отдать. За работу. А ну-ка, за работу. Чтобы ехать на север, надо доделать байк. Значит, Коупленду. Открывай. Сержант, приезжай в Hot Springs, как только сможешь. Такер, я понял. Конец связи. Мы в огромной группе беженцев. Дейкон. У нас было... Чего тебе надо? Чё, проблемы? Очень глупо, да? Эй, Коуп. Наверное, Леон вез тебе это. Дик. Ты сделал верный выбор. Верный выбор. Иди к Мэнни, он поможет тебе с твоим байком. Эй, ты прям сюда зачистил. Стив. Мэнни, как поживаешь?
Заправить? Байку нужно топливо. Буду ждать. За работу. Да, пока. Эй. Мэнни.